Смазка шаровая опора прямого нижнего рычага Mazda 6GG. Рычаг спидан, артикул вот такой. Смазки было вот как вот здесь, в пыльнике, так же и вот здесь. Тут я его уже тряпочкой убрал. Купил ринолит, смазку CX и P2. Вот так намазюкал. Пальцем не двигается. А нет, сдвинулось. Оп, оп, с трудом. Просверлил отверстие 5 мм. Теперь метчиком нарезаю резьбу на 6 мм. Были куплены вот такие пресс-масленки. Резьба на 6 мм. Под 90 градусов. Вот резьба нарезана с помощью метчика. Сейчас вкрутим. Резьбу можно смазать герметиком. Теперь шаровая опора должна служить намного дольше, не скрипеть. Буду смазывать ее каждый год летом при обслуживании суппортов.